У Беларуси и России совпадают взгляды практически по всем международным вопросам. Сегодня об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей на встрече с коллегой Сергеем Лавровым. В конце июня исполняется 25 лет белорусско-российским дипотношениям. Главы МИД встретились в Москве, чтобы на заседании совместной коллегии подвести итоги работы диппредставительств за это время. Страны активно сотрудничают в различных интеграционных объединениях, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Обсудили и вопрос информационного продвижения ЕАЭС на международной арене, координацию подходов к взаимоотношениям с НАТО. Также речь шла о наращивании гуманитарного сотрудничества Беларуси и России. За 25 лет между нашими странами сформировались подлинно союзнические отношения, как это и подобает в союзном государстве. Пожалуй, нет ни одной сферы, в которой Беларусь и Россия не имели бы тесных и прочных контактов, будь то политика, экономика, инвестиции, обеспечение безопасности, наука, образование, культура и другие сферы. Координация наших усилий в двустороннем формате в рамках международных форумов носит системный и доверительный характер. Безусловно, проблемные вопросы в наших отношениях периодически возникают. Однако опыт нашего взаимодействия свидетельствует, что противоречий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует. Это наглядно подтверждают и последние контакты на высшем и высоком уровнях. За прошедшие четверть века мы серьезно продвинулись в интеграционном сближении, в повышении эффективности совместных усилий по обеспечению безопасности. На этот счет были предприняты конкретные шаги как в рамках союзного государства, так и по линии Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. Наши внешнеполитические ведомства тесно сотрудничают по таким важнейшим направлениям, как задача продвижения справедливого и демократического поля устройства, обеспечение глобальной региональной безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам с опорой на международное право и центральную роль Организации Объединенных Наций, координация действий в правозащитной и гуманитарной сферах. По итогам заседания подписано постановление коллегии МИД Беларуси и России и совместное заявление. Главы МИД посетили выставку, где в документах и фотографиях прослеживается вся история дипломатического сотрудничества за четверть века.